Привет, весна наступила, пора бы съездить на хутор, проверить, как там что. Выезжаем, собираемся, берем по максимуму вещей, ну сколько смогу, но только легких, и едем. Я на заправке, пью капучино, дизель у нас сегодня евро 54. Едем дальше. Остановочка. Идем смотреть Гаую. Много воды на Гауе. Вот там вот дерево завалено. Много там деревьев завалено. И тут еще дерево завалило. Тут на лодке уже не проплыть. Будут, наверное, чистить. Красиво. Едем дальше. Надо же, проехал. Офигеть. Здорово. Ой, как тут все раскидало. Все, подъехал. Так, белочка поработала. Орешков нету, семечек нету. Полностью все съела. Нормально. Так, что с бочкой? Все вытекло. Надеюсь, она целая. Ух, бордолей. Ничего, все это уберу. Так, свет. Есть ли у нас свет? Опа. Есть. Все окей. Ну вот, отлично, все. Проехал. Можно уже перебираться на хутор.
Сейчас вот воду набираю уже. Пробочку закрыл. Уже полбочки кубовой. Вот так вот как-то. Что, пойдем смотреть? Панчики. Уже вот такие вот большие. Тут вот я не знаю что, но я должен был это выкопать. А там, по-моему, георгин. Или это пион. Уже позабывал все. Тут тоже что-то проклюнулось. Так. Магнолия еще не цветет. Зато этих подснежников много. Вон подснежники. Везде они практически здесь. А здесь эти синие проклюнулись, как в прошлом году, тоже не рано. А сейчас идем на пруд смотреть. Воды там много, я видел.